Всем привет на моем канале, и это премьера, которую я также, я нихуя ее не ждал на самом деле, если уже по-честному быть с вами, потому что я не знал, что она собирается выпустить сингл, это было как-то очень внезапно, я просто давным-давно не слежу за ее инстаграмом, поэтому не в курсах, но хочу сразу же сказать, что кто меня знает, кто давно на этом канале знает, что я дичайший фанат Кайли Минок, она у меня второе место после великой Мадонны. Да, я ее обожаю, все ее творчество, почти все творчество. Я считаю, что человек не умеет делать не хиты. Я считаю, что даже те альбомные дипкаты, какие-то анрелизы у нее охуительные, это все прям синглы. То есть вот она могла бы снимать клипы и выпускать синглами каждую из песен. Вот, да, вот такой вот универсальный артист. Плюс красотка, время до дней не властно, просто одна из самых сексуальных женщин, которую я видел в свое не столь длинное нахождение в мире, да, не столь большое. И, короче, что ты думаешь? Lights, camera, action. Очень такое незаумённое название, назовем так. Длится это все действо 2 минуты 41 секунду. Тем самым мы можем понять, что, скорее всего, это будет какой-то евро-трэш. Вот, я это говорю не в плохом смысле. Евро-трэш мы все любим. Тот же «Падам-падам» и «Тэншн» — это был типичный евро-трэш. Вот, эта музыка хорошая, точнее, но это музыка потанцевать, подрыгаться, ни о чем не подумать. В принципе, такое я ждал от Кайли Минок. В смысле, я еще же даже и не слышал, как я могу знать. Но я уверен уже, что это будет, в принципе, то же самое. Да, поехали. Перед тем, как я начну реакцию на клип, хочу сказать о том, что у меня есть Boosty, ссылка на него находится внизу. Там, помимо видосов, которые вы, собственно, наблюдаете и видите у меня на Ютубе, на канале есть видео, которое я не могу загрузить на Ютуб. К чему здесь крест? Я вообще не понимаю. Чисто Падре Павел, я согрешила. Там также есть видео, которое я не могу загрузить на YouTube по причине авторских прав. Также там есть эксклюзивный контент. На данный момент им является реакция в первый раз на все альбомы Бьорк. И также мы пересматриваем, переслушиваем все творчество Мадонны от первого альбома до последнего, все ее эры, все альбомы, все туры, все клипы, все делаем, собственно, там. Поэтому подписывайтесь, кому интересно. Также вы можете мне задонатить на любую реакцию, которую вы хотите. Это песня, клип, либо альбом. Это вы можете сделать внизу по ссылке на донаты на Boosty, и также внизу есть карта. Теперь я жду от вас, пожалуйста, лайк, я умоляю, комментарии очень важны, и что-то там еще. И подпишитесь, пожалуйста, ко мне на канал. Поехали, в общем, Кайли Минок, Lights, Camera, Action, чик. Все, уже бестия шикарная. Знаете что? Мне кажется, что я уже могу сказать, какой будет дроп. Вот этот вот, да? Сзади дроп. И будет такое. Да? Так, ну пока что все сделано по стандарту хита. Билдап такой. О чем я вам и говорил, с самого начала было слышно, какой будет дроп. Но она, конечно, ход, ребят. Очень ход. Сколько ей лет? 65? Сколько ей? Не, по-моему, она все-таки младше Мадонны. Больше всего в Кайли я обожаю взгляд ее. Особенно, когда у нее смоки с подводкой вот этой кожи. Thank you.
Эльзой. Очень крутая сцена. С замедлением этим ход. That's it. Lights, camera, action, melting? Типа, таем? Или что она сказала? Да какая кому разница, когда вот такая внешность у человека, вот такие глаза, вот такие ноги, вот такой вот секс, понимаешь, а просто это облучение, даже не излучение секса. Ребят, ну как сказать? Ну опять, как я понимаю, Кайли не очень любит тратить деньги на клипы, да, судя по всему. Снято очень все компактно. В бюджетик, как, в принципе, подам-подам, как, в принципе, attention, да, то есть это не было какие-то масштабы, спецэффекты, но снято все стильно, очень современно, мне нравится, мне понравились эффекты, особенно, блин, вы знаете, что мне понравилось? Сейчас вы, конечно, этого не увидите, потому что я это не вставлю, но мне вот это понравилось. I'm right, action, that's it. Видишь? А, ты не видишь. Ну, короче, мне понравилась сцена в самом начале, когда пошел первый дроп. Вот это вот, где она на кубе, и сзади какие-то белые шторы или что. И она вот это все прям. Это было ход, плюс под музыку это очень подходило. И сцена, где она замедленная с желтыми вот этими «не входи, убьет». Уаста, я охуел. Это что касаемо клипа. Что касаемо песни, ну, обычная песня для клуба. Такой обычный клубный бенгер. Вот. Ничего больше сказать, честно. Эта песня определенно попадет ко мне в плейлист. Она, в принципе, звучит как первый сингл. Вот. Нечего больше сказать. Нечего сказать о песне больше. Вот такая вот интересная реакция, да? Прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк. Пока.